Китайский Dremel Work Pro. Такой вот Dremel. Как он выглядит изнутри. Вот такой износ уже. Буквально я им пару часов попользовался. Несколько раз. Проблема возникла вот в чем. Вот эта кнопочка, которая фиксирует, она с металлическим штифтом. То есть это очень хорошо. Но смотрите, как тут все разбито. То есть стружка. Вот эти вот разбитые элементы. Совершенно непонятно. Вроде бы металл. Но очень мягкий металл. Я сейчас просто не могу открутить вот эту штуку. Потому что сами ключи, которые в комплекте идут, они вообще не подходят по диаметру. Да, то есть здесь, наверное, у нас десятка, а там ключ на 11. Я пользуюсь обычным рожковым ключом, он подходит. А вот это вот место посадочное, представляете, да, это вот просто вот так вот все это разбито. Мне надо эту штуку открутить. Такой дремель.